Сотрудниками муниципального управления МВД России Люберецкая задержан мужчина, который причинил телесные повреждения женщине. Инцидент произошел в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. Полицейскими установлено, что между заявительницей и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого правонарушитель нанес побои женщине и скрылся с места происшествия. Дебошира задержали в Брянской области. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии. Потерпевшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза на определение степени тяжести причиненного вреда здоровью. Сотрудниками полиции изъяты записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время они изучаются.